CF Moto представляет. Готовимся к кольцевому спецучастку. Женя слился, поэтому я сейчас еду сам. Не слушайте его, я ничего не слился. Женя слился на самом деле, поэтому еду я сам сейчас такой в открытый класс. Сейчас будет... Женя не планировался туда ехать. Сейчас будет брифинг, посмотрим после этого трассу, после этого будет старт командного зачета, да? А потом еще любители, и потом едет уже класс открытый. Перенесли сейчас место проведения кольца, делают новую трассу. Настроение отличное, болото там мне понравилось. Будем сейчас газ в пол делать. Ну, в общем, обстановочка такая. Затаились в лесу у очень интересного места. Раз, два, три, четыре, пять, семь человек. И все ждут зрелища. Это все выглядит вот так. Как же мне переключиться-то? Вот так это все выглядит. Вот такая вот водяная лужа. Пока разберешься с этой аппаратурой, как снимать, все испортишь. Ну, в общем... Обстановка такая, значит, 16:36 уже, старта еще не было, в классе открытая, там едет наш Даниил. Одни кругом ренегаты, наверное, может быть, одна или две Ямахи, хотя не факт. И CF Moto 600S. Хорошо? Ох, Даня бахнул жестко. Валера тоже туда же. Тут, конечно, трэш. Даня едет потихоньку. Даня, вот сюда. Ваня! Я не знаю, кого тут снимать, Илюха. Помогай, Ваня! Ваня, а ты можешь чуть-чуть вперед-то? Давай, заруливай сюда. Во! Главное без суеты. А? Не заводится? Свет выключи.
бы на лебедке дать. Вода, видно, попала, блин. Ты хорошо, же. Вот там идти. Дань, влево, трубку с воздухана сейчас слей, подними морду. Прыгивай влево. Свободная. Ближняя. Вот это, да. Полный фильтр воды, блин. Не крутит? Все. Ну видишь, фильтры была, их ты наклонил и перетек. Но это долго, так а он же крутит у тебя. Почему долго? Езжай на лебедку. Да там не подняться на лебедке. У меня новая. Реанимировался квадрик, выгрузил свечку. Да, Даня. Подножки. Там полный вариатор воды, кое-как вылез на лебедке. Я думаю, можно блогерам поснимать, что там происходит. Подожди, тебя не было видно. Мы снова в игре, я говорю. Только там масло с водой, аварик пустой. Не, нормально. Не, поедь пока, погазуй без этого, без болта. Дань. Мы говорили про это дерево. Дай назад. Чутка назад надо. Идет технично, Даниил, если бы еще прыгнул бы ровно. Пойдется, хорош! Хорош. Блин, ну он так криво выпрыгнул, просто пи***ец. Простите за мой французский. Блин, очень обидно. Неудачно выпрыгнул и реально хапнул воды. Минут 20 потерял. Какая у тебя маленькая камера. Утопил всех, да? Что, утопились вроде? Да не, все красиво, по красоте. Чего ты, Илюха? Илюха просто устал. А? Да ну? А что делать? Не знаю, давай. Thank you.
Даня же уже. Он где-то срезал половину. Красавчик. Он уже прыгнул первый. Такие вот кадры. Ну ты быстро приехал второй круг, да? Даня там прилетел на третий круг. Снимаем с двух рук. Осталось 5 минут до конца. И потом все. Вот так плывет потихонечку и плывет. А надоест еще сколько? То есть я могу еще круг сделать? Вот так, нет двух лет. Лет-то там оборвали. А потом? Я уехал на сушку туда. Я прыгнул в две лишние канавы до леса. Направо уехал? Нет, я прямо уехал. Давай, вылезешь и налево здесь. Ты следы не видел, что там они? Видели следы, много куда. На цепу-то едет, ты прикинь. Это же обалдеть. Смотрите. Сами в шоке. Просто чудо. Куда дальше? Налево. Налево, Дань, вот же выезд. Не надо елку, ой, березу ломать. А куда? Да налево, вот же. У тебя лебедка намотана еще. Вот руль влево поверни, проедешь. Тут все проезжают так. Вот. Лебедку не намотай тут. В общем, отправляем Даниила дальше бороться. Потом еще 20 надоест. Еще 20 минут, да, надоест. В общем, здесь, там, и вот там еще дальше. Да, Сань, короче, от квадрика остается мало. Работы будет много. CF Moto. Больше впечатлений вместе.